هو سيرو كان فاكر بيرتا سيرو كان مستر كوزي سيرو كان سوال تانا но впрочем если не а на любимый свежий ветер и уж вряд тебя диван когда взлохознятые сети то не уж утра он лен поймал. Сперва пришлось ей в почки туго, жить в рассоле, как в беду. А тут нашла Танюша друга, он жил в 17-м ряду. И не смущаясь тем немало, что обвинят ее в грехе, она по бочке с ним гуляла и целовалась в уголке. Она Кристина Христ народа, неслось немало теплых слов, честь основательницы рода, сердей соленых и без голов. Привычку бочки места мало, и не видать вокруг низки. Танюша с гордостью считала свой образ жизни городский. Она, как сладостная героиня, крутила жизни колесо. Смотрела сны о покемоне, а по утрам пила рассол. Но разлагающиеся тушки рассол не мог уже помочь. Была протушая Танюшка из бочки упрощана прочь. Трагично жизнь ее угасла, но не без пользы для стола. Она все легкочное масло переработана была. Как удается в почке вредной прожить так много светлых дней, прожить до старости безбедно, продумать смертью своей. Про то мы думали и гадали, но так понять и не смогли. Ведь рыбы тухнет с той детали, что утонюши оттекли, что утонюши оттекли, что